Всем приветики. 21 марта. Утро со свинками. Свинки завтракают. Время 5:30 утра. Рано-рано. Три барана постучали в ворота. Лена встала. Лена собирается на работу. У нас сегодня денек отработают. Два выходных. Первая мысль, первая мечта, когда проснулась, выспаться. Вчера опять легла. Мысли куда-то тудым-сюдым, сюдым-тудым бродят, ходят. Спать не дают. Еле я их угомонила, еле уснула, ну, очень поздно уснула, наверное, около часа ночи, да, если не позже. Безобразие какое-то, еще два раза просыпалась, на часы смотрела, ну, что за сон такой дурацкий, ну, это просто все из-за моей головы, из-за моих мыслей, которые бродят, ходят, лени бедной покоя не дают. Что за мысли, как с ними справляться, не знаю. Да, вот такое я вижу первое утро, лампочки еще не горят, лампочки около 8 утра загораются, Филя не спит. Ты че? Переспал, да? Ты переспал, гляньте. Вверх тормашками залез на камень. Тебе так удобно? Чукча, ой, Чукча, выспался. Мне так переживательно, когда он пытается впасть в спячку. Он весь такой неактивный, сонный. Вот, для черепах это нормально, но я всегда переживаю. Но сейчас ты чересчур разактивничался. Спи еще. Тебе до 8 дрыхнуть. И как же все быстро видео происходит. Я уже отработала, я уже дома. Сегодня мне помыли машину, помыли хорошенько. Снаружи и внутри. Мальчишка рядом с работы работает на мойке. Вот, забрал машину, помыл, пригнал, поставил. Все отлично. Так что машина теперь чистая. Но уже пока доехала до дома, ее подзаляпали, все тает, грязюка, и это ненадолго чистота. Но я помыла специально, потому что завтра женек мне тоже с работы, он занимается плюс ко всему тонировкой, затонирует машину, и грязную на тонировку ставить вообще не айс. Азербек этот, оказывается, он повар, помнишь, готовил. Какой-то рис узбекский крупный. Ну-ка, скажи название, может, угадаешь? Рис узбекский круглый? Не крупный. Знаю. А, крупный. Такой, похож, но крупней. Вкусный что-то. И баба тут, он сделал в студию, принесли этот казан. Азербек. Хватит ли картошки? Хватит. Хватит. Мясо все съешь? Мясо? Не знаю. Ну а что, знаю, мне же надо знать, сколько накладывать. Ну, ложи, ложи, хрен с ним. С огурцами, может, и съешь. Съешь? Не съем, так понадкусю. Я-я. Ты-ты. Я-я, это не знаю, чей возглас такой. Огурец, Леночка. Леночка, не огурец. Огурец, Леночка, достаньте в тарелочку. Ох. Тарелочку обязательно? На твою тарелочку нельзя? Слышь, ты интеллигент. Я-я. Я-я. Опять я-я, да ёлки-палки. Ложите. Тебе маленькие? Миниатюрные? Да-да. О, да-да, уже по-другому. Угу-угу. Сегодня вообще на улице прям весна-весна. Прям воздух такой. И тут на солнце показывало, а сейчас он чуть меньше 10. В гараже 13 на воротах. Угу. Домой приехал тоже 13. Ну, завтра будет прохладнее, а сегодня такой день прям. Два, да. Сегодня хорошо все подтает по такой температуре. Морковка, он уже в землю бросится, глянь. Пожалуйста, тебе. Уже весна. Я сажаю, он свиньям, он уже проросла сколько. Завтра уже с тобой в ленту съездим, за овощами опять когда? Надо. Ну, да, хоть утром, хоть потом. Выспимся да съездим. А. Ну, поедем в поликлинику и углем. Ну, поедем в поликлинику. Поликлиника с 8 до 9. Алена хоть поспит немножко завтра, но еще поваляться хочу. Ну, ладно. Съезди, еще тут ехать 2 минуты. Спокойно выспю, спокойно встану. Угу. Дай покушать. В рот лезешь. Я вообще даже не прикасаюсь к тебе. Вообще даже тебя не трогаю. Так, тут два пирожка еще тебе надо, чтобы ты доела завтра или сегодня с ряженкой. Mm-hmm. Что в мире творится? Какие новости? Или ты не смотрел? Mm-hmm. Ну что говорят? Ну, где-то 80 боевиков рухнули, потом еще где-то 40. Вертолет наш подбили. Наш вертолет? Угу. Ну, все живые, он приземлился, даже сел.
А, что-то я видела, да, что в подбитом видео это, это показывали, да, да, да. Так, надо писать список, что купить завтра, иначе я забуду. Я не знаю, что приготовить с мяса? Что приготовить с мяса? Мясо или? С мяса! А что ты хотела? Я не знаю, у меня же фантазия не работает. Ну, так же пожарить с луком не надоело. Не надоело так? А что ты хотела? Ну, или в духовке можно как-то запечь. Отбивные сделать, да? Отбивные? Ну, можно отбивные. Это что такое? Лопатка? Давай отбивные. Будешь есть отбивные? Будешь. Все, спасибо за информацию. Так, не хочу, а может, ты даешь? Коль, ну пусть лежит на тарелке, я сейчас тоже не хочу. Пусть лежит, я буду ходить, поклюю. Так, меня просили иногда показывать, что я кашеварю. Раньше я это делала часто, потом почему-то перестала, не знаю почему. Что я делаю? Делаю еду и домой, и для папульки. Мама в больнице на плановой госпитализации. Папа дома, завтра у меня выходной, пойду к нему. И делаю сейчас пост, делаю овощное. Вот это у меня сейчас будет овощное рагу с применением, с использованием вот такой вот гавайской смеси. Она у меня уже там бурлит, кипит и пенится. Добавила водички, немножко растительного масла. Морковка готовится долго. Я добавляю туда еще свои ингредиенты. Морковка готовится долго, поэтому сейчас добавлю туда морковочку. Попозже я брошу туда помидорки и посмотрю, какая заморозка. У меня есть еще в морозилке. Там, по-моему, брокколи у меня должно быть и еще что-то. Потом гляну, добавлю еще туда тоже. Тут у меня закипает бульончик. Это у меня телятинка. Покупала еще до подорожания. Вот, в морозилочке лежала. Видите, какая запасливая. И не знаю, что с этого будет. Наверное, буду варить завтра. Главное, чтобы у меня сегодня был бульон. Вот, а завтра у меня есть еще щи на один разочек поесть. Ну и завтра что-нибудь скумекаю с уже приготовленного бульона. Еще маленькая добавочка посреди приготовления — китайской капусты. У меня ее осталось немножко. Оставила, покрошила на утро зверям. Дала фильки. И это тоже вот остатки пойдут в овощное рагу. Капусточка хоть и мягкая, но она готовится достаточно долго, как ни странно. Поэтому отправляю ее практически следом за морковкой. Минут 10 овощное рагу протушилось. Теперь добавлю туда брокколи. Больше ничего в холодильнике у меня не нашлось. Добавила список купить брокколи, цветную капусту еще и стручковую фасоль. Все замороженное. Добавлю туда помидорки и воронежский сушеный укропчик. Продолжаю кашеварить. Коля попросил отбивнушки, но лопатка так себе. Отбивнушки, конечно, с нее получится, но придется как-то поизвращаться, чтобы нормально их нарезать. Ну что, я извратилась и все-таки нарезала мясо. Вроде бы такие кусочки получились более-менее аккуратные. Вот это вот заморожу, пойдет на фарш, когда я его буду крутить. А это сейчас отобью, поперчу, посолю, пускай полежит, пропитается, а я займусь блинчиками. А отбиваю я вот такой вот штукой, очень удобно и не так громко, если бы это делала я молотком. Так, овощи с рисом готовы. Мясо отбила, поперцолила и буду делать блинчики. Буду делать блинчики для папы. Вот с такого и с такого не молоко. Это будут постные блины, не молоко, это постный продукт. Уже вылила сюда вот в мисочку. Сюда я добавлю муку, немножечко сольки и погашу соду уксусом. Блинчики получаются вкусные. Для Коли будут блинчики из сыворотки. Я делала творог, у меня осталась сыворотка. Вот сколько. И вот целая банка, 1,5 литра. Ну, все, я использовать не буду. Частично это пойдет, это в раковину. А вот это вот и часть этой баночки пойдет на блинчики. Тесто для блинчиков, для папульки готово. Вот, забыла сказать, что кроме муки, соли и гашеной соды я сюда кладу, вернее, наливаю немножко растительного масла. На вот такое количество, ну вот примерно вот так вот. Так, вот тесто для блинчиков не постных. Все добавила туда, два яичка, немножко сольки, мука, масло растительное. Соду погасила уксусом. Вот такое тесто получается. И я смотрю не только украинские каналы и наши русские сейчас. Слушаю Лукашенко, очень глубоко его уважаю, очень умный человек. И чем больше я его слушаю, тем больше я понимаю,
почему он на стороне России. Привет, как дела? Как дела, говорю? Ты знаешь, сплю целый день. Спишь? Да. Ну хорошо, что спишь. Сил набирайся. Да. Ну, кушаешь? Миша звонил. Ну, а ты то, что там приносят, а ты ешь? Да, то ем. Чего вкусного делают, готовят? Ну, правильно, так и надо. Кашки там вкусные, малашки. Да? Я говорю, кашки там вкусные готовили раньше, сейчас вкусные готовят? Я говорю, каши вкусные готовят? Не очень, да? Повар поменялся. Ма, ну спится, значит спи. Значит, силы набирается. Человек, когда спит, он во сне сил набирается. Если хочется спать, вот и спи. Что тебе там еще делать? Ну, слабость, поэтому и спишь. Не набирайся сил. Ну ладно, не буду тебя мучить разговорами. Отдыхай. Ой, Коля твой, Коля, на диване рыбу ловит по телевизору, никуда не ездил дома. Ну, пока нет, пока он это... Ну, сейчас немножко погода наладится, сейчас ветра сильные на улице. Вот, пока он дома. Поедет на днях. Куда? Съездит, да. Рыбак без рыбы никуда. Ясно. Ну ладно, мамулька, давай, спокойной ночи тебе. Угу, давай, целую тебя. Поговорила с мамулькой, закончила блинчики. Это горка для Коли. Вот, ну может я завтра пару блинчиков съем в течение дня. Это постное для папульки. И на сегодня мне осталось сделать отбивнухи. Буду я жарить просто на масле, на растительном. Ни в муке, ни в яйце, ни в кляре, ни в чем макать не буду. Просто обычные отбивные на обычном растительном масле. Ну что, отбивнушки готовы. Жарю я их, вернее, даже не жарю, готовлю под крышкой. Потому что, как известно, жареное вредно. Хотя Коля у меня очень любит жареное мясо, жареные котлеты, жареную рыбу. Но я стараюсь это избегать. Поэтому готовлю под крышечкой. Видео на сегодня снимать больше не планирую. С вами буду прощаться. Всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.